Настоящий ажиотаж среди сельчан Северного Казахстана вызвал приезд поезда «Мангелик-Ель», который доставил в регион ведущих специалистов страны в разных областях. Он сделал свою остановку на станции Смирнова. На прием к лучшим врачам страны там записали свыше 400 человек. Свои вопросы экспертам из Минсельхоза приготовили местные аграрии, а вот самозанятых жителей глубинок интересовала возможность открытия бизнеса. В селе Смирнова необычный поезд с экспертами из разных сфер встречают с радостью. Здесь их ждали с нетерпением. У земледельцев, учителей, да и просто местных жителей накопилась масса вопросов. Как открыть бизнес, где найти работу и как стать здоровым. Я жалуюсь на свои ножки. У меня очень вены. Услышав о приезде лучших врачей страны, Любовь Васильевна решила не упускать возможности и записалась на прием сразу к пятерым из них. Ангиохирургу пенсионерка пожаловалась на боль в ногах. Все приняли прекрасно, с душой, с ответственностью. То, что мы не знаем, нам подсказывают. И мы довольны именно вот то, что к нам приехали. Самые длинные очереди к специалистам узкого профиля – ревматологу, неврологу, кардиологу. В селах их обычно не хватает. Всего за неделю путешествия по стране врачи приняли свыше 3000 пациентов. Мы даем рекомендации, назначаем лечение. Если где-то что-то нужно, мы сразу выходим в наши республиканские центры. Если пациент нуждается в квоте, мы это определяем и делаем соответствующие записи в амбулаторных картах. Из Смирнова поезд отправится в Кокшетау. Всего планируется охватить 33 населенных пункта. Жители страны смогут получить не только медицинские, но и правовые, финансовые и бизнес-услуги. Посвящено это необычное путешествие 25-летию независимости Казахстана. Нургуль Ахметова, Тулеген Иманов, Дмитрий Рура, Северо-Казахстанская область, 24 КЗ.